Так, алло. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по миру мили. Очередной еженедельный турнир наш. Как видно, есть у нас сетка. Сетка стартует буквально уже сейчас, видимо. И, соответственно, сейчас мы уже пойдем смотреть матчи. Давайте я сразу подцеплюсь к Витьку. Пусть она здесь будет. И, соответственно, так. Вам мы делаем вот так. И идем смотреть, запустился ли брекет, все ли хорошо. Так, похоже, надо кнопку жать каждый раз Start Bracket. Ладно, я ее нажал. Мой матч будет второй. Соответственно, я буду играть с победителем этой серии. Так как я на прошлом турнире взял первое место, меня в итоге раскидало по брекету так, что у меня первый раунд халявный. Так, ну, сейчас будем смотреть. Как там кто стартует. Так, ну давайте я могу вам вот так сделать. Чтобы вам тоже было видно брекет, когда там кто участвует, когда стартуют люди. То есть сначала смотрим win раунд 1, потом играем с победителем. В зависимости от результата, либо играем дальше, либо если мы кого-то ждем, будем стримить еще какие-нибудь матчи. То есть я, в принципе, попросил всех начать бродкаст и посмотрим, может быть, получится. В прошлый раз хорошо получилось. То есть в прошлый раз много народу стримили, как минимум мы поиграли вот немножко. Опа. Так, это, наверное, первый разогревочный. Да, вот они прыгнули, отменили. Так, ну если что, дергайте, спрашивайте. У нас есть и Discord поддержки, и есть Discord. Там пытаются стримики настраивать, то есть это классическая тема, что если в прошлый раз, на прошлый турнир кто не настраивал, они настраивают сейчас и обязательно это делают 20.01. Так. Давайте пока с чатиком почитаем. Отличный баланс звук, кто будет стирать мои штаны. Но у меня музыка тихая, я громкий, да. Извинись. Открыт новый персонаж. Да, на Самус, товарищ. Я с ним не играл ни разу сам. Мне тоже достаточно интересно посмотреть, как он выступает. В прошлом турнире, если честно, не помню, с кем они там встретились, но с кем-то я встретился. Так, поехали. Это, видимо, уже турнирный матч. Самус против Фокса. С Фоксом я играл. Фокс — это мой товарищ Витян. А товарищ на Самуса я не видел. Самус, по идее, такой... В общем-то, Projectile Heavy считается персонаж, но не уверен, можно ли назвать ее прям-таки кампищей. То есть, в привычном понимании, вот если люди, которые играли в Ultimate, должны быть привыкли, что там постоянно должен быть аспам ракет и так далее, бегать влево-вправо на другие стороны стейджа. Вот он пытается это делать. Посмотрим, получится ли Фоксу найти подход. Идет аспам бомбами. Заряжает чаршот. Ведь он механически играет не очень хорошо, но он... Скажем так, по майндгеймам иногда хорошо делает. То есть он может поймать на какой-нибудь паниш. Пока что теряется только просто от дэш-атаки. Так, ну смотрим, сейчас они разыграются. Товарищ Насамус к нам пришел совсем недавно.
Но играл очень активно, то есть, в принципе, шансы здесь вполне реальные, может быть, даже равные. Посмотрим. Летят бомбочки, то есть надо придумать. То есть персонаж непривычный для многих, Самус. Немногие им играют в онлайне, в ванранкеде. Поэтому если раньше не играл с этим персонажем, то будет довольно интересно. Соответственно, я потом, если товарищ это на Самус победит, то мне потом с ним играть. Ну, либо играть с этим Фоксом. Опять заряжает чаршот. Дэш атаку убивает. Так, ну у него красные проценты. Ведь он видно, что как-то не вывозит у него... Как у меня, в принципе, тяжелая трудовая неделя. 6 рабочих дней приходишь, а здесь надо турнир играть. Понимаю. В такой же ситуации нахожусь. Поймал на апсмэш. Товарищ на самом деле как-то просто бежал в это дело. Ну и напоминаю, что у нас турнир относительно для новых игроков. То есть каких-то крутых мувов здесь навряд ли будет много. Если будут вообще... То есть мы все учимся, все новички. Соответственно, если вы боитесь, если... Вы тоже хотите поиграть, или там вам страшно, что вас все отпинают и так далее, будет больно и страшно, непонятно. Это все не совсем так, можете к нам смело записываться. У нас, наверное, самые новичковые турниры есть в Европе. Потому что вот играл я европейский турнир в четверг. Там так раскатывают, что какой-то он не особо нубский, по ощущениям. Так, ну, пособрался. Собрался у тебя на Фокс, не попадает чаршот, однако дэш атак все равно попадает. Удивительно, что она убивает у Самус. У Самус, я знаю, очень хороший удар от Нейр. Он очень долго длится и очень удобно его вставлять. В воздухе она тоже неприятная из-за этих долгих вот мувов, которые с огнеметом делают вот эти вот взрывы с рукой ракетницы на руки базуки. Ну и, соответственно, Фоксу, видимо, надо найти какой-то опрос, чтобы там не было ни бомбочки. Вот, видно, он впрыгивает в бомбочку. Либо подловить самому ее. Вот она ее ловит на приземление. Последний сток, тем не менее, 53%. Сам призадумался. Выставляет нейр. Полетели бомбочки, дэш-атаки опять. Чаршот. Чаршот не попадает. Получает смеш, но процентов был 0, поэтому нокбэк не получил. Успел панишнуть Фокса обратно. Опять заряжает. Опять нейр. В принципе, можно будет стрельнуть здесь на приземление. Вот он пытался это сделать, но Фокс был готов. Так, ну и осталось добить только, на самом деле, этого Фокса. В принципе, уже любые хиты, на самом деле, выкидывают довольно далеко. Да, получается добить. Так, ну что, первый за Самус. Весьма неплохо он себя показал. Вот я, как я и говорил, что не видел, как они играли. Как видно, наиграл он серьезно в ванранкинге. Так, ну ждем второй матч. Напомню, у нас best of 5 все матчи, то есть до 3 побед. Руки трясутся. Мы потому и играем в турниры, что это дополнительный стимул. Адреналин. Все, кто на турниры вписывается, это же... Чисто воды адреналин джанки, что не просто в анранкеде каким-то лагающим чувакам попроигрывать, которые в разы лучше тебя играют. С точно таким же, как ты, новичками картофельными, и что вроде не на корову играешь. У нас, в принципе, есть там прайс-пул в 2000, что там за первую тысячу, за остальные там пополам, вообще не пополам, а третье, второе место тоже немножко получает. Ну и так больше для проформы, чтобы хоть как-то какая-то мотивация была. Так, на Dreamland Фокс контрпикнул. Не хочет он, видимо, улетать там рановато на Йоши, а то действительно с дэша так как-то уж очень сильно. Очень рано он умирает. Так, ну и надо понять, как Ньючел играть против Самус. Дэш атака. Та выставляет хитбокс сразу же. Так, здесь главное не улететь. И главное, чтобы ветром не сдул. БКР. Самус опять дэш атака. На этот раз Фокс был готов, шилдил. Сблизи сложнее. Видно, что он на реакции не успевает. Самус при том бегает достаточно медленно. То есть видно было, что он брал разгон там где-то секунды полторы-две. Но при этом там какой-то чуть ли не линейный разгон. Вот как можно видеть, она сначала чуть шагает, потом бегает. Странно, может быть это просто импут такой был, что сначала шагал, потом побежал. Апсмэш не убивает, потому что Dreamland. Фокс по итогу сам себя контрпикнул отчасти. Фокс любит об потолок убивать, Dreamland стоишь самым высоким потолком вообще в целом. Из всех легальных стейджей. Так, ну, тем не менее, Самус красная. Стал снять сток.
Соответственно, влепить либо апсмеш сочный. Слабый хит сейчас получился. Либо апэйр. Апсмешем Витёк у нас тоже не брезгует. Ну и сам не получается вернуться обратно. Действительно, очень далеко улетел. На самом деле, там есть хитрый трюк, что надо под себя подкладывать бомбочки, и тогда ты скакать на них можешь до стейджа вполне безопасно от самой баззоны. Кто на самом сыграет, очень часто это делает. И плюс можно цепляться грабом за стенку. За стенку, за край леджа. И, в принципе, считается, что Самус, даже Эджгард здесь смысла особого нет, потому что у ней либо бомбочки там, либо грабнет. Своим тезером зацепит тебя. И плюс Аби, у ней достаточно хороший хитбокс. То есть перебить Аби навряд ли получится каким-то своим хитбоксом. Аби у ней достаточно быстро при этом. Отчасти хорошая как опция из шилда. То есть если на тебя наседает какой-нибудь фоксфалка, делает трембрейн шайнами в разные стороны, туда-сюда пытаются тебя крутить, вертеть, можно смело жать Аби, ничего вам не будет. Они скорее пострадают. Не попадает чаршот. БКР. Можно было попробовать ловить на приземление, как-то не особо получилось. Дэш-атака, смэш. Самус 111, но Самус тяжелый персонаж достаточно. Выпрыгивает на стейдж. Фокс пытался поймать шайном, но его, по-моему, дерево сдуло. Вот это дерево называется Виспи. У него имя такое. Оно иногда дует и сдувает всех. Очень неприятно, между прочим. Чем больше играю, тем больше убеждаюсь, насколько она мерзкая. Так, лечит ситуация. Опять прыжок. Здесь высоковатая платформа. Фоксу не очень удобно, на самом деле, на реакции как на платформу прыгать панишься. Но в итоге Витёк так весь сток и потеряет сейчас, что он пытается добить и снять третий сток. А сам уже сейчас второй потеряет. Снимает, наконец. Так, Самус пытается нейром спесить. И, в принципе, нейр весьма неплохой нокбэк, как видим, имеет. Убивает. Но хотя там Фокс такой красный был, что, в принципе, я думаю, что угодно убивал бы. Пошли бомбочки, шайн. Фтилты, перепрыгивает бомбочку аккуратно. И получает чаршот. Здесь уже не вернулся. Так, ну что, 2-0 пока. Фоксу, видно, тяжело. То есть непривычный матчап, во-первых. Надо пытаться понимать, как опрочить, как чего делать. И видно, что с наскока не выходит. Ну и напомню, здесь сетка у нас Double Elimination. Соответственно, кто отлетает, тот получает второй шанс в лузерах. Соответственно, даже если сейчас Фокс отлетает 3-0, у него еще будет лузер раунд. Так, ну поехали. Phantom of Dreams. Сразу лазера. Чат, если что-то я намудрю, если забуду какой-то оверлей, сразу же на Твиче, только с хайлайтом, чтобы мне красным подсветилось, то есть с упоминанием ника. Потому что я знаю, я рассеянный с улицы бассейна, иногда могу забыть. Поэтому помогайте. А, ну если, кстати, там какие-нибудь моды есть, можете с предикшена опять фигачить. Я смотрю, народ увлекался в прошлый раз. Так, ну получится ли камбэкнуть в серию, интересно. Преодолеть. То есть видно, что основная проблема — это как опрочность. Потому что ну, любой опрочь влетает на эйр, который непонятно как контестить. Либо подкладываются бомбочки. Бомбочки, на самом деле, в нейтрале обычно не так и часто кладут. То есть обычно как-то больше... Либо если далеко ракетки делают. Там есть два вида ракет, самонаводящиеся и обычные, более быстрые. Но, тем не менее, так вот можно немножко зонить. Плюс нужно учитывать, что путешествие по платформам тоже все помогает. То есть запрыгнул на платформу, положил там бомбочку и так далее. Но это здесь уже... Зависит от того, как матч будет развиваться, то есть кто как, где с платформой будет работать. Как видно, Фокс тоже по платформам скачет, не стесняется. Утилизирует их. Так, ну вот как Эджгард? Не получается, потому что... Витёк у нас последние месяцы, что мы с ним играли, он все тренировал вот эти вот гимпы с шайном. То есть шайн-спайки. Если Фокс попадает в вас шайном офстейдж, вы обычно умираете, потому что он под неудобным углом вас отталкивает. Но, как видно, Самус это не работает, потому что, как я и говорил, у нее же больно хороший рекавери, что он клубочком просто катится, который один сплошный хитбокс. То есть, если и получится зацепить шайн, то это прям очень-очень хорошо надо заспейсить.
Так, ну, камбэчная будет? Будет ли интрига? Фокс персонаж сильный, но... Видно, что не успевает. Не успевает немножко Витян. Так, нормально, вернулся на стейдж. Пошли и смэши. Вот я с ним когда играю, обычно этому и проигрываю, что он начинает... как только начинает проигрывать, он начинает как-то пытаться спейсить смэши, обильно их спамит при этом довольно. Обычно это считается плохой привычкой, но если ты несколько из них попадаешь, и это забирает тебе сток, в принципе, почему бы и нет. Поэтому сам теперь либо надо аккуратнее, либо как-то просто нужно закончить матч, если уверенно чувствует себя. Фокс пока что живет. Все еще живет. Самус все еще заряжает свои чар смэши. Это, похоже, даунтилт был. Я даже и не помню мувы Самус, на самом деле, в этой игре я играл 1000 лет назад только. Эх. Вот пытался Шайн спайкнуть, но... Во-первых, это бы не сработало, скорее всего. Потому что там хитбокс был. Видно, пытался заспейсить и перестарался немножечко. В итоге вниз улетел. Хотя он давно играет. Мы вместе начали. Но достаточно казуально играли, потому что люди рабочие. То есть как бы с работы пришли минут 10-15 понажимали. Мы играли каждый день, но вот, собственно, мы не упарились по каким-то тренингам, по каким-то техникам, механикам. Просто нажимали друг на друга, били друг друга ногой на фоксах и так далее. То есть, в принципе, по часам у него наиграно нормально, просто, грубо говоря, не в трайхард режиме. То есть, чисто после работы выпустить пар. Когда стоит, значит замышляет. Это давно заметил. Если стоит, значит ждет тайминг, как смэш сжать. Смотрите, подсобрался, начал наседать. Пытается спейсить. А там опять наверх, это проклято. Как быть? И опять наверх. И уже 95% наступает на ракету. Попадает в бомбочку. Пытается вернуться опять. Там даунтилт. Видимо, это даунтилт. Видимо, с огоньком это даунсмэш. Так, ну и БКР бы там можно было вписать, но не успел немножечко. И во всю сторону цель. В итоге так и побеждает. 3-0 на Самус. Так, давайте. Здесь 3-0. Так, и надо... Давайте показываю брекет вам. То есть дальше мы играем с товарищем на Самус сейчас. Я буду замечен на время нашей игры. Ну и параллельно можно посмотреть. Там играли товарищ Нашик, с которым мы дрались тогда на прошлом турнире. Играл против Димана. Уже отправился в лузера. Диман отправился дальше в полуфинал виннеров. И Никси играет с Тугарином. Никси 2-0. По-моему, они тоже встречались на прошлом турнире. И тоже там Никси достаточно убедительно победил. То есть основной замес тех, кто относительно недавно играет, будет в нижней сетке, как я понимаю. Так. Вам надо нажать, кто играл. Нажать на Smash GG, подтвердить матч, чтобы оно высветило 3-0, и, соответственно, мы могли играть дальше. Поэтому не забывайте все время последнее. Уже нажать, значит, сейчас обновится. Оно обновляется где-то минут. Так, ладно. Пойдемте писать Иван Пенги. На Фалка против Лейбокса. То есть получается вот так вам. Так, это четвертьфинал. То есть вот так. Так, должен быть уже мой матч. Пошли черкать. Давайте я вот так вам включу. То есть где-то здесь должна у меня вывалиться кнопочка. Вот она. Не,
Ни разу не играл против Самус, понять не имею, что там будет происходить. Так, а чего она? Интерфейс-то дайте. Проклятый Smash GG. Тормозная штука. Удобная, но тормозная. Алло? Дайте. Fucking hell. Вейбокс, у тебя есть интерфейс? У меня нету. Так, мне надо закрыть бродкастилку. У тебя есть? Ну окей, сейчас я что-нибудь подергаю. Hold up. А, во. Нашел, чекинимся. Так, копируем. Connect код. Так, и сначала черкаем, потом уже пойдем хендвормить и сразу же играть, чтобы не это самое. Потом играли в ночком турнире, там товарищ сначала говорит, давай connect, ждал меня, там хайлайтил, оказывается. Давай, нажимай там. Здесь есть еще чат, но в нем абсолютно не видно, когда кто-то что-то пишет, никакой нотификации нет. Так, нажалось. Выбираем персонажа. Так, ну и как обычно, на время матча буду мьютиться. Ну и там как попало пойдет. Ждем, когда начеркаем. Интересно, какой стейдж лучше против Самус даже. Давай, допустим, вот так вот я черкану. Подконнектился. Я обычно сначала стейджа черкаю и персонажа выбираю. То есть вот оно здесь показывает стейдж, your story, и все. Я потом уже иду в клиента, не наоборот. Так, все, чат, я мьючусь. И погнали. Thank you.
Так, нормально. Пойдем черкать стейдж. Подтверждаем. Так, ну и куда? Dreamland, наверное. Так, и убираем персонажа, не забываем. Ставим одну победу. Так, идем дальше черкать стейджи. Нажимаем confirm. Так, ставим 1-1. И ждем следующий стейдж. Так, подтверждаем персонажа. Каждый раз забываю, что здесь еще персонажи. Так, следующий стейдж Pokemon Stadium. Поехали. Thank you.
Так, отправляемся. Кто-то хайлайтил в Дискорде? Про дисквалифай. Если дисквалифайтесь, то просто таймер 10 минут у вас. Там кто-то вписался, говорит, спать охота. Как вообще так можно? Так, мы идем черкать стейджа. И надо вписать, что у нас 2-1. Так, вот она 2-1. И вот он браузер. Так, конфирм, что мы фалка. Fountain of Dreams. Окей. Thank you.
Так. Джуджай. Нормально, интересно, матча показался. До этого не играл вообще с Самус, то есть, соответственно, первая у нас была суперзаливочная. Так, ставим здесь так и идем смотреть, кто там дальше у нас по брекету. Там уже, скорее всего, кто-то ждет. Так, конферм не забываем. Нормально, да, было видно, что опыта хватает. Так, здесь проконфермили. Идем дальше. Пойдем в брекет сначала посмотрим, покажем вам прогресс остальных людей. У нас там чек-ин уже, дисквалифай. Так, мы играем с товарищем, с которым я ни разу не играл. С которым играл только Диман. Он играет на Фоксе. Он 3-0 убил Коди. Который достаточно неплохо играл. И Коди там где-то дисквалифайт теперь. Так, давай, Лейбокс, чтобы ты не ждал, я тебе сразу нажму дисквалифай на Коди. Он в Дискорде там про это писал. Сейчас я найду, где это делается. Момент. И сейчас поменяем все картинки и так далее. Так, брекеты. Так, пойдем обратно в публичный брекет. И у меня там матч против товарища на Фоксе. Диман говорит, товарищ на Фоксе играет достаточно сильно. Соответственно. Там Диман теперь брекет руинит. Я, говорит, репортнул себе не то. Какой у вас счет? А, все, починилось. Окей. Так, ладно, у меня матч. Нажимаем матч. Так, оно все еще показывает лейбокс. Видимо, оно сейчас должно однажды отлипнуть. Ладно, можно пока оверлей от этого. Где он здесь у меня? Так, Иван Пенги против Сора на Фоксе. И это уже будут... Блин, где брекеты? Что на мне там показываете? Да почему? Сколько же кликов надо? Так, 7, да. И... Винер 70. Так, жмем сюда, может быть, здесь оно вылетит. Чекинимся. Извините, что заставился ждать. Айда, черкать стейджи. Так, ну, против Фоксов у меня практики очень мало, поэтому надеюсь, что у меня не очень много на этот матч, на самом деле. Если товарищ играет активно много, здорово играет на Фоксе, меня он должен разделать вообще в мясище. Ну, посмотрим. Ждем чек-ин пока. И да, чат, у мобота все время есть информация про брекет. Если помимо брекета вы хотите играть с нами точно так же, восклицательный знак мели, он линкует дискорд наш. Ну, он его подспамливает еще тоже. Give me.
Да, господи, афыф. Так, Фалка. Ой. Боже, все отвалилось. Где моя фигня? Так, черкаем стейдж против Фокса. Что нам надо начеркать? Я черт его знает, на самом деле. Ёж не хочу, наверное. Так, нападем, наверное, на Battlefield. Первый на Battlefield скотнем. Так, все, я мечусь и отправляемся. Yeah.
черт! Какой сложный товарищ. Наконец-то у нас появился Фокс, против которого можно будет круто играть. Тренис. Я все ждал этого момента. Твитян у нас играет немного. А остальные, кто на Фоксе переходили, Казян еще был, но Казян сам уничтожился. Так, выбирает стейдж. Ешь история, очевидно. Блин, можно было нажать сабмит. Hey!
Так, 2-0. Отправляемся чекать. Фокс прям круто делает. С ним бы поиграть побольше-подольше френдли. Непривычки-то понятно, что непонятно, что происходит. Yeah!
Так. Нормально, круто. 3-0. Мне очень понравилось. Напоследок, конечно, неудачный SD, но в целом очень круто. Я бы еще с ним поиграл. То есть видно, что немножко тека у человека есть. Вполне на равных месимся. Так, конфермим матчи, не забываем. Так, ну и, собственно, что происходит? Я против Никси. Так, вот это уже сложно будет. Я ему... Мы играли френдли в понедельник, я ему проигрывал обильно. Так, дальше смотрим, что здесь происходит в нижнем брейксе. Тугарин победил Мемиса. Здесь Коди дисквалифай. Тугарин победил Витька. И они сейчас будут играть с этим Фоксом. Посмотрим, как что получится. Так, Диман победил Лейбокса. И, соответственно, ждет, кто победит Сора против Тугарина. Так, ну а я, видимо, с Никс сейчас буду. Так, вот оно. Moderate check-in. Надо не забывать moderate нажимать, раз я модератор. Так, и, соответственно, надо поменять, что это winner finals. И что это капитан Фалкон. Так, он играет, по-моему... Какого цвета у него Фалкон? Ладно, цвета мы не будем дергать особо. Так, конфермим здесь. И отправляем с черкой стейджа. Никси граб хэви Фалкон, мне это сложно. Мне это очень непривычно. Посмотрим, получится или не получится. И он очень много тренился. Тренил различный текст-скилл. Сейчас глянем. А, никнейм еще, да, точно. Спасибо. Вы большие молодцы. Так, ждем, пока он зачекинится. Так, что там за predictable? Ну-ка, дайте посмотреть, какие там были результаты. А, уже... Прошлое посмотреть так можно. Казино. Ладно, неважно. Я не понимаю этот интерфейс. Так, что здесь? Ок. Черкаем стейджа. Вообще, я думал, я от Фокса этого отличу после первой игры. У меня как-то это... Было подозрение, что не вывезу, но подсобрался чуть-чуть. Аккуратнее стал играть. Так. Так, что мы баним? Баним Ешторе определенно. Ну и так, вставляем, пусть сам выбирает, что там. Dreamland, BF. Falcon, Dreamland, наверное, приятнее. Может, BF возьмешь, чтобы я об карниз башку бился. BF выбирать, да. Поехали. Yeah.
Так, нормально. Жмем. 1-0. Отправляемся. Черкать стейдж.
Так, пишем 2-0. Подтверждаем победу. Yeah!
Так, 1-1. Видно, собрался Фалкон. А, точнее, 2-1. Да. Так, Game 4. Вот это, наверное. Ah!
Так, круто, GG. Отправляемся мы. Так, а здесь я не засобмитил персонажа. Ладно, репорт. Нормально, 3-1. Тяжкий матчап, то есть пришлось нарочно замедляться, пришлось с лазерами работать, иначе он носится, грабает по кругу. Собственно, в понедельник я ему проиграл, а сейчас я более-менее подумал и понял, как с этим работать. Так, идем смотреть, что у нас там дальше по брекету.
Так, кто там? Лос Бетро. Так, гранд-финалы. А там Диман воюет с Сорой этим. С Фоксом, с которым мы воевали. И 2-0 при том. Пойдем смотреть Диман чат. Так, давай я отправлюсь в Broadcast App. Watch Диман. Так, и, соответственно, Диман. Диман играет на Марте. Блин, а что-то оно не показывает. А, ты уже проиграл? Окей, тогда Сора будет против Никси. Что ты проиграл, Диман? Ты же говорил, что вы там на равных катали. Ну, это круто. Это у нас прям очень, очень крепкий получается лузер. Так, то есть получается у нас вот так.
А, я замечен был все это время. Окей, тогда сникся. Спасибо, Петян. Чат, почему вы мне не сказали, что я замеченный? Так, ну ждем. Лузер файнал-то. Никси против Соры. Сейчас будем спектейтить. Потом будет тяжкий, видимо, у нас гранд-финал. Никси, Соры. Лузерс файналс. Let's go. Пусть они отправляются, там тыркают. Короче, админку с MGG это что-то с чем-то. То есть ресетнуть матч, который сыграли 2-0 как best of 3, и переписать его как best of 5, который 2-0, это невозможный таск. То есть это... Я не знаю, что там надо натыркать. Он наотрез отказывался быть незащитным. Так, и пойдем подцепимся в слепяп. Что-то я... А что, никто не стримит? Никси стримит. И Сору стримит. Так, ну давай подцепимся к Никси. Алло. Что-то где-то включилось. Видимо, там игра уже идет. Что-то я, наверное, зря накликал. О, май гад. Я так понял, она сейчас будет реплеить какой-то буфер. Дзинь есть, а игры нет. Хорошо, давай я переспущу всю эту шляпу. Закрою свой дельфин пока. Вдруг там дельфин с ума сходит. Рефрешим здесь. Давай вот этот товарищ да, нажмем. Вот оно делает пы, ничего. Может быть, они уже играют, и может быть, типа там уже игра пытается буфериться. Но что-то не похоже. Слипи, пожалуйста. Нюша сломался, брат, каст клиент. Как там отчинить чат? Я поздравляю, она игру просто ждет, но не пишет табличку, что... О, поехали. Так, Сору против Никси. Против обоих успел поиграть. Сору весьма технично, активно перемещается. Здорово вроде бы делает. А Никси граб Хэви Фалкон. Вот он будет пытаться дашбекать. И выбирать... Грубо говоря, дистанцию нужную ему для того, чтобы аккуратненько опрочность. То есть он старается ресетить каждый раз ситуацию обратно в нейтральную. И старается каждый раз потом вбежать, либо чтобы в шилд вбежать, либо чтобы гарантированно что-то чем-то попасть. То есть аккуратненько пытается делать. Посмотрим, получится ли Фоксу адаптироваться к этому. Может быть, ему придется адаптироваться к Фоксу. Фокс пока что видно наворачивает у Фалкона 100%. Товарищ на Фоксе действительно достаточно сильно катает. Наступает Фалкон на смеш, улетает. Грабы. Получает АПР. Граб. Реграб. Ну так вот он играет, у него такой геймплан. Он говорит, что... Я, говорит, 2 года тренировался в Анклпанче, сидел с людьми. Играть особо было не с кем, только с европейцами. Иногда. В итоге научился реакшн тек чесить на ботах каких-то, я не знаю. Ну и в целом достаточно сильно делает. Как видно, мы друг к другу там пытались адаптироваться. Ловит Фокс на аптилт. Я бы за Фоксом этим смотрел как-то. Товарищ, притом ни с кем из нас особо не играл. Его вчера Диман впервые встретил в матчмейкинге. Или сегодня даже, я уж не помню. Вчера, да. Ночью, в общем. Оказывается, достаточно сильно делает. Может быть, до этого раньше как-то играл. Вроде он говорил, что такое в Дискорде. Ну, он, видимо, вейвдашит влево-вправо. Пытается спейсить. Смеша. Так, ну, Фалкону как-то найти бы свою эту. Вот, он начинает. У него иногда прям видно, что тумблер включается, он начинает грабить. И пытается одним грабом попал, пытается еще 10 поймать. В идеале. Пытается тех честить. Ну, Фокс просто подсовывает свои ноги. Фокс хорошие, сильные хитбоксы. Можно аккуратненько ими пытаться
пытаться их выставлять. Получает БКР. Фалкону бы снять сток. Посмотрим, получится ли это сделать. Но вот мне кажется, с ним то, что он пытается набрать дистанцию каждый раз, играет злую шутку. То есть я его в этом случае лазерами окучивал. Посмотрим, что будет делать Фокс. Возможно, будет на платформах прятаться. Либо просто перепрыгивать Апрочи. То есть Апрочи становится предсказуемым из-за этого, что на тебя издалека бежит Фалкон. Вот, собственно, что вы будете делать? Он будет либо грабить, либо делать какой-то эрил. Собственно, вот, есть вводные данные, и как с этим работать, соответственно, в ходе матча ты пытаешься разобраться. И потом пытаешься понять, адаптируется он к себе, меняет ли он свои подходы. Надо снять, наконец, сток этому Фоксу. У Фокса рекавери хороший, но не настолько. По два стока осталось, но Фалкон 86%. Уже скоро начнется эджгард. Фокса под Battlefield. Отлично. Халявный сток просто. Это вот именно поэтому этот Фалкон берет Battlefield. Мы с ним сыграли две игры, точнее три игры сыграли на Battlefield, пока я наконец на нем не проиграл. Потому что здесь этот подоконник, и можно вот так вот гимповать, грубо говоря. На Фалконе вообще в целом можно круто гимповать рекавери различных спейси. То есть влетает там стомпать, когда чаржится Firefox. И так далее. Либо с коленом влетать, если уж хочется круто сделать. Это надо привыкать. Видно, у него больше какие-то аккуратные опции отработаны. Так, ну как там стоит, грабает ничего. Так, ну и получится ли Фоксу камбэк? Но сток-то снять, в принципе, должно быть несложно. То есть какой-нибудь рандомный апсмэш, рандомный АПР, даже аптилт уже убьет. Осталось только подловить. А Фалкон, как видите, чуть что отбегает и заново ресетит и опрочит на своих условиях, грубо говоря. Получилось грабнуть. И наконец подцепил АПР. Но у Фокса уже 101%. Получает нейр. Нормально с углом. Не получилось в подоконник упереться. Иногда такое бывает. Фалкон читает сайд Би и, соответственно, побеждает этот матч. 1-0. Нормально. Пойдем ставить квадратики. Никси 1-0. Так, а у Фокса, по-моему, зеленый скин, да? То есть вот так вот можно сделать. Вообще, конечно, под выдохся я сам уже, что я сижу и уже прям мысли думаю, что, блин, теперь еще и гранд-финал играть, и потенциально с брекет-ресетом, то есть там можно сыграть, я не знаю, можно сыграть 10 матчей, если сейчас туда-сюда пойдет шатание. Ну, посмотрим, как пойдет. Здесь уж как у комментариев. Важно понимать, что человек из лузеров, он тоже, он, конечно, разогретый, но тоже он много матчей играл. Все, тот же, если Никси, допустим, сейчас получится ему выйти. Что он и до этого против меня долгие матчи играл, что мы там друг друга, он убегает, я лазерю. И здесь сейчас посмотрим, что будет, получится ли мы одолеть. Так, ладно, давайте к Фоксу приглядываться, что он умеет, что он делает. У него как-то обилие смеш-атак, но как-то он их аккуратненько пытается вроде спейсить. Да, и заметил я, что он с разбега делает вот этот run-in-up smash. Фалкон пытается все это дело доджить. Стоит в шилде, пытался шилдграб, видимо, дать. Не получилось так чейснуть. Не наступил на апсмэш, хорошо. Ну как с апсмэшами, Фокс? Перестарался, мне кажется, чутка. Ну, кстати, споддодж — нормальная тема для выхода из чейнграбов, но проще шайн нажать, на самом деле. Я, правда, пытался это сделать, у меня плохо получалось. Я просто вместо этого чейнграбов трижды. Но так как из грабов какой-то сильной комбо нет, то, что тебя трижды грабнули, в принципе, не так страшно, на самом деле, по процентам. То есть, главное, ментально из-за этого с ума не сойти, что, господи, сколько можно. Ну все, грабит и грабит меня. Ну, здесь, в этом плане я привык. Я со Смути играл, он тоже любит грабить. Так, рекаверится спокойно Фалкон. Так, ну кто первый сток-то снимет? Первую кровь. Пытается Фокс делать шилд прэшем. Ну и пока анимация апсмеша, вот вы видите, что Капитан Фалкон за счет своей скорости, он успевает отбежать аж на край стейджа, прибежать, вернуться, вифпанишнуть ваш апсмеш. Это вот про то, что люди, которые делают медленные unsafe опции, риск-ревард, казалось бы,
И сколько всего может произойти за эту анимацию, если вы ей не попадаете? Мы с Диманом так играли тоже. Он саблю свое делает, я туда-сюда побегал, пришел, можно в магазин сходить, там водки выпить. Потом пришел, а Диман все еще смеш доделывает, и ты его грабишь. А он грустит. В смысле, Чень грабить не умеет, он просто грабил. То есть он просто не упускал, грубо говоря, возможность. Это нормально, на шик это хорошо работает. Поначалу, конечно, тяжко, как новому игроку, непривычно. Различные вот эти вот всякие штуки. Про то, что ты в хитстане можешь полчаса проводить, когда тебя Март джаглит какой-нибудь или Фокс. Или Фалк, тем более. Про то, что тебя грабить могут трижды по кругу, и вот это все. Или давать рандомно какой-то мув, который тебя просто берет и убивает, типа в смэше Марта или колено Фалкона. Или даун смэше Пич. Так, ну какой-то скафу. Видно, что скафу Фокс выигрывает. У него просто опции лучше в этом плане. Хитбокс у него повеселее. И пошел какой-то эджгард длиной вечность. Можно было попробовать геймпануть, но как-то не получилось дрифтануть офстейдж у Фалкона. Граб. С фоллапами тяжко. Фокс фастфоллер, падает быстро. Ты его грабнул, кинул, он особо не улетает. У Фалкона, кстати, есть true combo, что он Фокс кидает и потом F-Smash делает. Что гарантированно kill confirm на спейсе, там процентов 60, он, по-моему, работает. Или 80, я уж не помню. Надо вверх кинуть, да, и дать F-Smash. Вот он кидает, F-Smash не дал, мог убить. Ну, видно, что... Смэш все же сильная игра, что вот есть персонажи, которых надо флоучартить, что у тебя есть какие-то крутые опции, которые прям гарантированно тебе повышают шансы на победу. Но если ты их не знаешь, то ты так и останешься неведен. Фокс на этот раз делал назад от Фалкона. Так, ну и теперь... Окей, колено попадает. Ну, 51%. Бросает, реграбает. Можно было успеть там дать шайн, там не перфектно сделал. Но это надо Presence of Mind иметь. Ух, колено. Хорошо. Ну, такие вот рандомные внючили колен, в принципе, с одной стороны, кажется, что не надо делать, а с другой стороны, иногда, как рандомный миксап, это может сработать, ты сток тогда заберешь просто. Опять грабы. Фокс, видно, замедлился. То есть, если сначала он бегал, хитбоксы сувал, то теперь он понял, что малейший удар по шилду, его сразу шилд грабает, и пошло, поехал, завертелось сразу шилд грабы. Как-то с удара неряшно немножко стал Фалкон. Да, турнир достаточно ровный, я по сидингу, собственно, смотрел. С Фоксом, при том, этим никто не играл, не было понятно, куда его ставить по посеву. Но так как Диман с ним ночью попался в матчмейкинг, он мне сказал, что Фокс круто делает достаточно. Я поэтому поставил какой-то он, я уж не помню, четвертый, по-моему, у нас сид. То есть, соответственно, мы так и приходим, что у нас самые потные катки под конец. Так и должно быть. Это вот, собственно, то, зачем нужен посев. Что тебе надо знать, что новичков вниз ты кидаешь, чтобы они в первых раундах отлетали, и у них был какой-то месси... Оо, замечательно. Чтобы было какое-то месси в лузерах, где они там друг с другом месятся. А игроки, которые... Занимает обычно более высокие места. Такое хорошее колено, и так неудачно он редорнул. Так, 1-1. Ой, да, 1-1 счет. Ставим апдейт. Ну, бывает. В этой игре стараешься, рычаги дергаешь, СД-шн своего лиджа вообще не проблема. Даже профессиональные игроки по кругу это делают. Особенно, кто пытается лидждаши делать. Поэтому здесь нечего фаспалмить. Так, поехали. Йоши Стори теперь. Контрпик Фалкона. Раз он проиграл. При этом Фокс со мной брал Йоши Стори по кругу. Мы несколько раз играли с ним на Йоши Стори. То есть, видно, этот стейдж им тоже приятный. Потолок низкий, Фокс убивает здорово здесь своими апсмешами. Ну а Фалкон туда-сюда побегал. Пространства кажется, что мало. Фалкон любит, мне кажется, чуть побольше пространства. А с другой стороны, все его можно покрыть хорошо. То есть микроспейсинг какой-то делаешь, аккуратненько носишься. И вот уже... О, разменялись ударами. Так, поймать бы.
Решил грабнуть. Вполне можно было АПРом поймать. Не очень понимаю эджгард даунтилтом. Он однажды сработал против меня. Но мне кажется, у Фалкона есть получше флоучарты. И вот у Фокса я вижу хорошо все с эджгардами относительно. То есть, как минимум, он их делает. В отличие от многих из нас, мы новички, мы картофельные эджгардеры. Найс, получилось заджаглить. Это вот то, зачем он этот стейдж брал. Чтобы можно было достаточно рано убивать АПРом о потолок. Потолок низкий очень здесь. Шайн. Мне он тоже дал шайн, вот я потом привыкал, что надо тайминг шилда немножечко сбивать себя. Ой, как далеко, проклятый Фокс. Фалкон, живи. О, отпустил. Не стал держаться за ледж. АПР. Так, ну надо сток забрать. Как-то он слишком рано шилд отпустил, видимо, решил, что не в него упадет. Фокс при том тоже, он особо как-то не заморачивается, просто какие-то хитбоксы выкидывает. Мол, Фалкон будет опроще, сейчас убежит мой смеш, лол. И на самом деле это не всегда рабочая страта, но иногда видно, что происходит, они клэшат, меняются просто ударами. Так, наконец-то он его добивает. Очень долго снимал сток Фалкон. И сам, похоже, сейчас свой потеряет. Так, ну, посмотрим, может быть, аккуратненько получится как-то здесь что-то. Нет, получает БКР. Улетает. Так, нейр, еще нейр. Нейр обычно больше для граба сетап. Но, в принципе, можно и как и проще вот делать. Там хитбокс довольно хороший. Летишь через весь стейдж, стомп. Ловит. Ну, вот видно было, что первый ролл он прочитал, второй пытался на реакции и протормозил чуть-чуть в итоге. Так, оба нажали смеши в ожидании, что один прыгнет, а другой нет. Колено, на. Отлично. Чат, я на Фалконе играл, поэтому не болеть за Фалкона я не могу. При том, что даже не знаю, кого мне хотелось бы видеть в гранд-финале. То есть против Фокса я боюсь, я не вывезу чисто потому, что уже очень уставший. Сегодня рабочий день все же. А с Фалконом у нас долгие, грубо говоря, на измор тоже были матч. Кто кого на измор возьмет. Нормально, волджамп. Рэндл. Облачко помогает, облачко зовут Рэндл, чат. Ой-ой-ой, и сток снимает халявка. Аж подлагал немножечко. Ладно, у нас... То, что у нас чуть хрустит картинка, это просто буферится, как YouTube. Игроков обычно не лагает, когда у нас лагает. Опа, здесь опять Рэндл. Что ты будешь делать? Вот. Как-то долго думает, в шилде стоит. Там надо АПР сразу же подцеплять. Разменялись. Так, ну. Шансы вполне есть. Посмотрим, получится ли. Ну, Фалкон, в принципе, уже камбэкнул. То есть здесь уже посмотрим, как это все разрешится. Фокс старается аккуратненько БКР и аптилты делать. Это вот то, с чем у меня проблемы. Я знаю, что это сильный инструмент, и каждый раз не получается мне так делать. Когда я так пытался делать, Фалкон просто дэшбэкал от меня, моих АПРов. И потом прибегал к грабу. Здесь видно, как-то он... Может быть, подломился уже тоже, что надо клатчить. Попадает граб. АПР живет. Дает БКР. Эх, вот бы... Коленочку. Ну нет, Фокс сейчас будет максимально сейфово играть. Оу. Хватило нокбека. Ладно, Фалкон там за 100% был. Нормально. Фокс 2-1 начинает вести. Ждем следующий матч. Фокс обильный вайв даша, да. Мы с ним когда играли, он очень часто репозиционировался, это врасплох застал. Так, на FD. FD обычно показывает слабые и сильные стороны ничего, как минимум новичков, не знаю. Так, ну, Фокс сейчас может зачейнграбить. Капитан Фалкон фастфоллер. Поэтому почейнграбить немножечко можно его. А Никси, видимо, рассчитывает на этих чейс свои, что есть большая, большая платформа, можно туда-сюда бегать, и вот можно пытаться по кругу 10 раз грабить. Ну, видно, что
Фокс активно, быстро играет, тем не менее, достаточно сейфово, и видно, что не всегда работают такие опции. Так, ну, какой-то прям рандомный F-Smash просто в ничуле решил прочитать. Ну, как-то они теперь меняются килл-опсами оба. Один апсмэш и жмет. Просто прибегает, жмет апсмэш, а другой колено рандомный дает. Не получилось. Колено, ну, кстати, подловил бы, скорее всего. Так. Окей, приземляется. Споддодж жмет. Фокс с мувментом нормально все. Как минимум сильно лучше, чем у всех у нас остальных. Так, ну, начинается что-то странное. Фокс себе ставит задачу вернуться от граба, видимо, с пододжем, но пока что просто какие-то спододжи делает. Найс. Что будет дальше? АПР. Так, перемиксапились. Апсмэш. Ну, как-то прямо шибко много апсмэшей. Пытается поймать. АПР должен убивать, да. Фокс достаточно легкий, при таких процентах он жить не должен. Телезритель хлопает, Фалкон кричит. Так, ну сейчас любой АПР, любой нерв, в принципе, должен убивать. Да, Фалкон улетает очень далеко. Граб. Сразу же убегает на другой плейн стейдж. Фокс тоже очень быстро, он, в принципе, тоже так же примерно может играть от своей скорости, как персонажа. Ну, видите, показывает, что Магиот умеет. Никси в этом плане хорошо отстроен, что вот он умеет эти грабы. Ну, он, собственно, как в Дискорд пришел и говорил нам. Парень говорит, я играл в Uncle Punch, тренил тех, а с людьми, говорит, не особо могу, но буду пытаться. Получается вполне неплохо. Собственно, после первого турнира мы с ним играли френдли, я прям очень много ему проиграл. Ну, не то, что много игр сыграли, правда, но тем не менее. Я ожидал, что когда я с ним в брейксе встречу, что я проиграю. Ну и, собственно, мне казалось, что на тоненькую там было. Так, ну, смэш в смэш, и потом еще один смэш. Что может пойти не так. Так, ну все, все держат дистанцию, время забирать стоки. И один делает смэш, а другой пытается прыгнуть с каким-то аэрилом, попасть и подцепить хоть как-нибудь. Со смэшем что-то прям как-то очень сильно усилилось. Странно, что как только килл процента, у Фалкона отключается режим грабов. Хотя казалось бы. Вот, наконец-то подцепил. Ну и давай мап. Ой, да господи. Тут зря влево. И наступает все-таки на смэш. Но Фокс старался, спейсил. Здесь... Скажем, не просто так. Хорошо, Фокс дрифтанул. Рекарнулся. Попадает в граб. Далеко очень летел. Так, ну Никси. Главное не психануть и не начать делать рандомный ансейв колено. Вот на Фалконе это большая проблема. Что когда ты не можешь забрать сток, начинается сегмент фрустрации, грубо говоря. Что ты можешь потратить очень много процентов, добирая его. Ну и Фокс, собственно, набивает эти проценты. Хорошо, он там рефрешит и так далее. Так, ну, последний турнирный сток, собственно, для Фалкона. Сейчас, похоже, мы в гранд-финал пойдем с этим Фоксом месяц. Гранд-финал может быть очень долгий, выматывающий. Поэтому сейчас я сделаю небольшой перерыв, отойду. Чтобы немножко умоюсь, воспряну духом. Так, нет, не надо вниз прыгать, не надо проседать по ментальности. Фалкон, в принципе, если налажен паниш, он стоки может рандомно забирать какими-то гимпами и так далее. Стоять можно просто кидать следжа назад и надеяться, что там получится стомпнуть рекавер или чем-то такое. То есть какой-нибудь чиз можно поймать. Вот видно, пытаются миксапить Эрила. Это вот FD в скорлупе, что два игрока пытаются понять, как апрочить друг другу. Вот начинаются вот эти вот дабл-джампы игры, какие-то вертикальные апрочи. Платформ нет, где обычно кто-то застрял, а другой его снизу джаглит. Или наоборот. И поэтому так вот странно выглядит немножечко. Непривычно. Так, ну, Фокс все сток никак не заберет.
начинается обсмешивание. Теряет сам свой сток, наконец. Притом сам потерял. Так, ну и посмотрим, получится ли Фалкона сейчас. Фалкон надо аккуратнее. Сейчас очень мало нокбека у него мува делает. Ловит граб. Не получилось. Не получилось стик чейсинуть. Не попадает в смеш. Надо клатчить. Получает шайн, не страшно. Не попадает в смеш. Господи, переживаю чат как за самого себя. Так, Фокс пытается догнать его. Нет, шилд. Попадается в граб. Не получился стик чейс. И попался в шилд граб. Аптилт. Здорово убежал от смеша. Не попал коленом. И улетает от Нейра. Почти прицепился. Блин. Так, ну ладно. 3-1 побеждает Сора. Переходит в гранд-финал. А там я. Так, ладно. Сейчас я тогда поставлю заглушки и так далее. Я отойду на пару минут буквально и пойдем играть в гранд-финал. Гранд-финалы, возможно, будут долгими, учитывая... Напомню, чат. В смеше, да и в принципе в любых других файтингах, кто идет по винерам, оказывается в гранд-финале, у того преимущество в один сет, в одно бест в 5, по сути. То есть, соответственно, Сора сейчас должен будет... Для того, чтобы победить, ему надо сыграть 2 сета до 2 побед. То есть, вот так вот это работает. WC. Так, давайте. Ставим Ивана. Он там разогрет, и мне сейчас тяжко будет. Так, и я отбежал пока. Вот вам заглушка. Бирайбек. Так, алло, поехали черкать. Так, как здесь вам сделать? Так. Чеканимся. Так, он просит 5 минут, ну, вполне понятно.
Так, ну, собственно, когда это было? Это было 5 минут назад. Собственно, сейчас придет уже. Что там у вас чат с ченнел-поинтами? Почему весь чат красненький? Кто-то на поражении? А, там надо рассчитать ставку. Смутся, алло. Главное, сидит в чате рофлит, а мужикам денег не дают. А, все норм уже? Уже все сделали? Отлично. Смутя, ты молодец. Да, похоже, надо дисквалифай ставить на первых двух раундах и потом убирать их вообще. На случай, что вот если здесь какие-то перерывы и так далее небольшие. То есть, в принципе, рукой дисквалифай на человека после его сет, после своего сета я могу, если там не пишут одновременно 10 тысяч человек. Как вам турнир, чат? Валидольный. Ну, в принципе, да, согласен. У меня все мои матчи на тоненькую были. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, в принципе, здорово, я рад, но вообще в идеале мне бы хотелось, чтобы, допустим, на следующий турнир вписалось, допустим, побольше людей. Понимаю, что, скорее всего, впишется поменьше, но посмотрим. И не играть, а постримить. Я, потому что мне обидно, что я в лузерах не посмотрел, как там какие сторилайны были. То есть большую часть времени вы смотрите, как я молча в мьюте пытаюсь с кем-то меситься. Конечно, тоже интересно по-своему, но мне кажется, прикольно было бы один из турниров, типа, просто поспектейтить. Посмотрим. В принципе, играть тоже нравится. Адреналин из ушей льется хорошо. Не материтесь, сейчас у нас семейный стрим. Мы стараемся PJ-friendly быть. У нас бывает злые модераторы, которые могут не понять. Так, 4731. На всякий случай опять скопирую. А, там демон-депрессия. Это нормально. У меня демон-депрессия была большую часть осени. И у Смути тоже. Это надо пережить, с этим надо просто как смириться и учиться с этим жить. Мы там кто игру удалял? Казян игру просто удаляет каждый раз, когда с Диманом пару раз сыграет. Кто-то просто в депрессию впадает, потом обращается, и, типа, сидим, обсуждаем, какой Диман не прав, он со своим мечом какой силен. И так далее. Ну, ничего. То есть матчап сложный, надо учить и так далее. То есть надо как-то смириться с этим. Мы через это тоже прошли, собственно, всей своей компанией. Так, ждем Сору. Когда он там накликает, натыкает. Научить бота делать ставки? Да не. Ну, интерактив же и модераторам тоже, я не знаю, весело или нет, но с ботами мне в Дискорде хватает. Я в Дискорде-то полдня бота это настраивал с ролями. Так, сейчас будем отлетать мы от Фокса, похоже. Давайте соберемся. Баним ешь сразу.
Так, ну куда мы идем? Мы идем на Dreamland, конечно. Так, все, чат, мьючусь и до конца, собственно. Mid!
Так, пишем победу. Fire! Fire!
Так, пишем 2-0 и отправляем черкать.
Так, 2-1. Пошла камбэчная. Видно, что адаптируется хорошо. Yeah!
Забавно получилось. Так, ресетим брекет. 0-0. Confirm. Ждем, когда он confirm. Так, и теперь Grand Final, Grand Final, чат. Поехали. Опять чеканимся. Так, тогда надо, наверное... А, не, не надо убирать ничего. Так, а он знает про брекет ресет? Таски смотрю, чеканишь. Direct Connect 4731.
Недооценец. Да не, я вполне представлял, что сильный товарищ. У меня по геймплею провисание, конечно, по сравнению с ним люто. Ну, стараемся как можем. Что же здесь говорить? Другое дело, а что-то френдли не играется. Типа вот появился человек. Появился человек, который здорово бацает. Надо катать френдли, надо учить матчапы и так далее друг друга. Маджиджи у него тупит, он пытается в сет забраться. Не знаю, получилось, нет. Сколько на сет дать? Вроде как да. Все против стримера, но удается. Придется проигрывать. Так-то я за него, наверное, здесь таски могу кликать. И стейджи, в принципе, черкать. Если совсем не работает, надо написать. Я же админ, я могу за него там потыкать. Посмотрим, ждем. Ну, все сработало. Видимо, он там ходил, я не знаю. Так, камон. Так, ну и черкаем всякое разное. В принципе, на Йоши мне понравилось, на самом деле, скорее. По стейджам полное непонятие, на самом деле. Давай забаню FD, там какое-то у нас полное дерьмо было. Допустим, он так сделан. Сам убирает. На FD я прям понял свои проблемы все. Ну, типа, у человека лучше shield pressure, у меня плохой shield pressure. Я shield grab, и все, нет. Все было довольно очевидно. И так по кругу происходило, пока я не начал спейсить. Тогда Йош история. Я мечусь. И до конца.
Так. Чат, по точкам поясните. У нас же 2-0 или 2-1? Что-то я запутался. 2-1 у нас должно быть. То есть точку я забыл. То есть первую игру на Yoshi Story он побеждал. А. Виннер пинги. Все правильно. Виннер команд. Что-то у меня все игры смешались, значит. Так, конфермим. Thank you.
Let's go, чат. Победа. Поздравляю вас. Оп. Блин. Провод гарнитуры чуть не переехал кресло. Победили? Ничего себе. За брейкет ресетом. То есть, прям классно. Мне понравилось, что чувак заставил меня постараться. Ну, не знаю. Может быть, он выдохся, потому что там по лузерам шел. Как-то я, может быть, смог адаптироваться. Фиг его знает. Мне казалось, что на тонику у нас все матчи. Не знаю, может, с его стороны это по-другому выглядело. Так, ну что, опять у нас 1000 переезжает на следующей неделе. Опять у нас на следующей неделе призовой будет 2000. Пойдем смотреть брекет, пойдем смотреть, какие кулстори, как мы обычно это делаем. Уф, у меня последний сет, уже голова взорвалась на самом деле. Я чувствую, что я на последнем дыхании. Но все же смогли мы одолеть неприятеля. Так, ну, поехали. Да, Фокс хорош, молодец. Я бы с ним френдли покатал подольше, то есть там пару часиков друг с другом залипнуть и просто сидеть учиться. Потому что Фокс мейнов у нас нет. Нам бы Фалка мейна еще какого-нибудь крутого, чтобы можно было Фалка Дита катать. Был бы вообще ништяк. Так, смотрим. Первый раунд — это Витян играл с товарищем на Самус. Товарищ на Самус, при том, кстати, делает достаточно интересно. То есть там с бомбочком у него свои страты. Притом страты достаточно конвеншнл, потому что обычно Самус так бомбочки не подкладывает. Но, тем не менее... У него это сработало, Витяна он отправил в лузера, и Витяна там побил Тугарин. Затем с этим Самусом
расправился я. И он отправился вниз. Там Коди, к сожалению, дисквалифайнулся, который до этого отлетел от ссоры. И, соответственно, дальше этот товарищ на самом сыграл против Димана. Диман его победил. Они, по-моему, играли раньше, я не помню, может быть, нет. Так, что с Диманом произошло? Диман победил товарища на шик, проиграл Никси, свалился вниз, победил Самус и отлетел от Фокса. Здесь был странный матч, который почему-то был best of 3, но Диман его проиграл и пошел просто кушать. То есть его вполне устроила такая фигня. Так, Тугарин. Тугарин победил товарища на шик, которого скинул Диман. И сыграл с Фоксом. Ну, собственно, Фокс прям hidden boss, что из ниоткуда пришел товарищ и весьма крепко делает. Раскидал весь брекет. Собственно, отправил я его вниз. Он отпинал сначала Тугарина, потом Димана, потом Никси. То есть всех, грубо говоря, все топ-3 сида, по сути, отпинал. И в гранд-финал попал, занял топ-2. С Никси у нас был прям очень такой... затяжной сет, где с лазерами и с прочими я пытался перекрывать апрочи и так далее. Мне казалось, что я на тоненькую победил 3-1. И, соответственно, смотрели мы потом лузер-финалы. И потом катали гранд-финал. Гранд-финал получилось Фоксу ресетнуть. Я... Притом видно было, что просел немножко по геймплею, типа утомился уже нереально. Потом нормально подсобрался, открыл второе дыхание и главное не выходить, грубо говоря, из себя и играть аккуратно, следить за собой. Так что вот так, чат. Кому понравилось, типа, кто проиграл, не расстраивайтесь, типа, на ошибках учится и так далее. То есть у нас, в принципе, формат, по идее, должен был быть такой, что все на неделю катают френдли, там как-то обучают друг друга, спрашивают вопросы, как справляться с опциями и так далее. У нас это почему-то плохо работало. В принципе, в эту неделю я и сам был как-то сильно занят, что особо даже на Дискорды и так далее время не было, что ближе к ночи только куда-то в какие-то другие игры я залипал. 6 дней рабочей недели, действительно слишком сильно. Но зато следующей неделе у нас будут праздники, можно будет играть с друг другом, там как-то друг другу объяснять и так далее. И так далее. Вот. Не знаю, как там у вас чего с ченнел-поинтами. Воды залью я. Я залью на YouTube и кину сразу же вот Twitch в турнирный чат. И, соответственно, кому понравилось наблюдать, пишите. Пишите плюс в чат. И кому не понравилось, не пишите плюс в чат. Вот. На следующей неделе опять будем. То есть на следующей неделе опять 8. Там, правда, будет параллельный турнир по Ultimate. То есть половина товарищей, может быть, не придет. А с другой стороны, вот я смотрю, кто играет в Ultimate. Это... Я так понимаю, Тугарин, это аниме Мемес и Коди. Но Коди и так дисквалифайлился. То есть, по сути, у нас минус 2 товарища тогда будет. Я считаю так, что если у нас будет меньше 8 человек, то это плохо, короче. То меньше 8 не очень хочется делать. То есть, в идеале, нам бы 8 хотя бы стабильных каких-то людей. И в идеале чуть больше, чтобы на случай, если кто-то отвалится. То есть, нам бы еще найти каких-то товарищей. У нас с Ultimate люди активно катали, активно общались с первой недели, но потом куда-то они убежали. У них там вышел Guilty Gear Strive Open Beta. На прошлой неделе у них там свой турнир был, и в итоге никак мы с ними не сконнектимся. А сейчас уже не знаю, видимо, они просто смотрят на то, что происходит, они открывают стрим, а здесь какая-то непонятная потная фигня какая-то происходит. Там Иван лазерами стреляет в Фалкона и так далее. Диман там дерется с этими... с Фоксами. Поэтому, может быть, их отпугнул, но, тем не менее, если хотите, ради бога. То есть, только рады бы. Ладно, господа. Все молодцы, всем спасибо. Вот. У нас на этом турнире, чтобы вы понимали, были призовые. Сейчас я буду разбираться, как кому их отправлять. То есть, за второе, за третье место. За второе, за третье это, соответственно, Никси и Сори. Вот, сейчас разберемся. Все, чат, давайте, до свидания. Надеюсь, вам понравилось. И до скорых встреч. Тун-тур-пум. Бам. Не стартинг суна. See you next time. See you next time. Оп. Отцентровали. И все, и до свидания.